Международный портал LuxInvest предлагает полный пакет услуг по продаже, оформлению и сдаче в аренду недвижимости в Королевстве Испания. Наш офис расположен в одном из самых солнечных курортов Испании, в городе Бенидорм. Бенидорм – это удивительное место с шикарными песчаными пляжами и отлично развитой инфраструктурой. Жителям европейских стран Бенидорм хорошо известен разнообразными парками развлечений. Это и большой парк аттракционов Терамитика, и зоопарк Терра Натура, и парк морских животных и экзотических птиц Мундамар, и аквапарки Акванатура и Акваландия с многочисленными водными аттракционами на любой вкус и любой возраст. В этот раз мы хотим познакомить вас с новым проектом, только что законченным строительством виллы в современном стиле. Это двухэтажный дом с потрясающим видом на Средиземное море и окруженный со всех сторон зеленью. Находится в пригороде Бенидорма в городе Ла-Нусия. Дом на участке 600 квадратных метров построен по самым высоким стандартам качества и отделки. Площадь застройки составляет 245 квадратных метров, из которых 163 метра жилых. Въезд на участок ограничен автоматическими воротами с дистанционным пультом управления. В зоне паркинга вы сможете разместить два больших автомобиля. Дом окружен садом с газоном и системой автоматического полива. Первый этаж занимает гостиная площадью 54 квадратных метра. Современная открытая кухня и спальня с индивидуальной ванной комнатой. Гостиную и террасу у бассейна разделяют раздвижные балконные двери в пол. Таким образом, терраса становится продолжением гостиной в теплые приятные дни. Используемые тройные стеклопакеты обеспечивают максимальную звукоизоляцию, шумозащиту и теплоизоляцию. Наличие трех стекол вместо двух – это огромный плюс настоящего проекта. Из гостиной и кухни очень хорошо просматривается зона бассейна, что чрезвычайно важно, если в вашей семье есть малыши. На второй этаж ведет элегантная лестница, выполненная по специальному дизайн-проекту с перилами из безопасного стекла и ступенями из темного дерева. Здесь расположились две просторные спальни и две ванные комнаты. Терраса с великолепным видом на море и балкон со стеклянными перилами. Хотелось бы отметить, что в данном проекте все три ванные комнаты полностью укомплектованы высококачественной сантехникой и подсветкой LED. Душевые кабинки со стеклянными шторками и современными безбарьерными поддонами. В нашей презентации хорошо видно, что застройщик уже укомплектовал ванны настенными полотенцесушителями. Это достаточно важная деталь. Дом полностью оснащен системой отопления, состоящей из радиаторов в каждой комнате, солнечных панелей последней модели и газовой колонки. Также установлена система «Умный дом» с настенной цветной панелью, позволяющей управлять освещением, сигнализацией, климат-контролем и другими важными функциями. Вилла расположена в одном из самых привилегированных мест, в окружении чудесной природы, что дает возможность наслаждаться отдыхом вдали от суеты большого города. Ла-Нусия – это милый городок, который находится в тихой долине, всего в 10 километрах от Бенидорма. Вокруг Ла-Нусии расположено более 80 урбанизаций, преимущественно из элитных вилл. Здесь круглый год проживает большое количество европейцев, особенной популярностью он пользуется у немцев. Город живет своими многовековыми традициями, несмотря на туристический бум, который происходит последние десятилетия. Как приятно пройтись по узким улочкам в старом городе, чувствуется дух старой Испании. Каждое воскресенье организуется антикварный рынок. Здесь можно найти элементы декора, привезенные не просто из Европы,
а со всего мира, совершенно изумительными историями. Ланусия еще называют сосновым пригородом Бенедорма. Благодаря уникальному географическому расположению сложился ровный, я бы сказала, волшебный микроклимат. Горы Сьерра-де-Айшорта и Сьерра-Ла-Адана защищают город от северных ветров. Большая часть территории покрыта растительностью. Это сосны, кипарисы, кедры, цитрусовые и фруктовые деревья. Сбор урожая происходит дважды в год, благодаря чему на вашем столе всегда будут наисвежайшие лимоны и апельсины, которые можно сорвать прямо с дерева в вашем собственном саду. В самом городе находится один из самых больших в Европе спортивных комплексов – Камило Кано, занимающий площадь более 200 тысяч квадратных метров. Здесь проводятся соревнования международного уровня по различным видам спорта. К вашим услугам два тренажерных зала, два ресторана, спа-центр и детские площадки. Это превосходное предложение для тех, кто хочет приобрести фитнес-абонемент, отдать ребенка на обучение или просто отдохнуть и хорошо провести время. Для школьников мы можем предложить на выбор государственные испанские школы или, например, английская школа Allianz с двуязычным образованием и четким соответствием национальному учебному плану Великобритании. Ее ученики – это будущие выпускники Кембриджа и Сорбонны. Школа дает прекрасное образование высокого уровня. И родители, выбирающие эту школу, приобретают недвижимость именно в Ланусия. При желании можно поступить во французскую или норвежскую школы с преподавательским составом из носителей языка и высоким уровнем спортивной подготовки. Стоит отдельно отметить наличие чудесного и широко известного в Европе концертного холла аудитории Медитеранея, лучшего зала на побережье Коста-Бланка, где выступают всемирно известные музыканты, артисты балета и оперы, приезжают известные театры из Австрии, Германии, России и других стран мира. В Ланусия нет собственных пляжей, но за 10 минут можно доехать до песчаных пляжей в Бенедорме или же до галечного пляжа в городке Альбир. За те же 10 минут можно добраться в тематический парк аттракционов Терамитика или в зоопарк Терранатура. Поблизости находится горная деревушка Гуадалест с божественной крепостью-замком, бирюзовым озером и многочисленными сувенирными лавками и магазинами с местной продукцией. Здесь можно попробовать настоящее испанское домашнее вино. Портвейны, оливковое масло, орехи, мед различных сортов, хлеб, колбасы и многое другое. Жемчужина Гуадалеста – это потрясающий вид со смотровых площадок замка на долину с ее рощами и деревьями, а также на водохранилище с его чистой и прозрачной водой. Именно за этим видом в этот город съезжаются туристы. Все они хотят запечатлеть себя на фоне непередаваемой красоты. На северо-восток от города раскинулся природный парк. Вас ожидает 40-минутная прогулка по лесным тропинкам, изумительные водопады Альгара, озера с кристально чистой водой, ранее носившие название источники здоровья, в которых можно купаться. Все это в 3 километрах от центра городка Кайоса де Энсария. Недалеко от водопадов расположено еще одно интересное место – Динопарк. Парк кактусов и динозавров с 3D-кинотеатром и детским бассейном. Поездка в эти красивейшие места в горах с купанием в водопадах несомненно принесет множество положительных эмоций. Не забудьте купальный костюм и шлепанцы. Хотелось бы подчеркнуть, что данный проект, вот именно эта новая вилла, обладает всеми характеристиками, которые так важны в современной жизни. Это и система «Умный дом», и солнечные панели, и бассейн с улучшенной системой фильтрации и ночной подсветки, и система кондиционирования и отопления, и высокоскоростной интернет через оптоволокно, и многими другими крайне важными деталями. Звоните прямо сейчас, и мы вам все расскажем и покажем.
Thank you.